прощального концерта рок-группы «Страна». Добрый вечер. Мы рады видеть так много людей. Очень рады. Техника, техника. После нашего друга из Индии нам будет немножко труднее петь. Все-таки мы питаемся в последний раз для вас петь несколько песен. Пока ребята приготовятся, я вам скажу пару слов. Все же говорят, давайте мы тоже. Наша первая песня, которую вы сегодня услышите, это наша последняя песня, которую мы вместе написали, по словам молодой болгарской поэтессы Магдалена Христова. Песня называется «Проклятие». Ну, минутку терпения еще и мы начнем. Thank you.
Спасибо. Спасибо. Наша вторая песня – это разговор вернувшегося далекого путешествия странника с мамой. Песня называется «Мама». Thank you.
стали по словам нашей поэтессы Натальи Андреевны. Первая из них мы посвятили нашему первому барабанщику, который 2,5 года назад погиб тут в Одессе, Константин Константинов Зинко. Но сегодня, поскольку это наш последний концерт, мы хотели посвятить эти песни нашему незабываемому другу Георгий Юрьев Макика. Песня называется «Топор». Бъдете предпазливи, гората на вашето спокойствие, един дърва се събуди и оживява братвата в ръцете му.
любовите ви. Бъдете предпазливи. Следващая песня, разказ об одном явлении, которое в наши дни наблюдается, о возрастающее благосостояние населения и обесточении этого населения. Песня называется «Второй». Yeah.
Петя, поздрав для всех болгарских студентов. Песня вам знакома? Надеемся, что вы нам поможете след 10 годин. Сейчас мы вернем вас к классике, к тому времени. К тому времени, когда еще не было рока, ни тяжелого, ни легкого, а была только, ну, приятная музыка, вот такая, такого. Got out, he's born in death, got it all today.
любимая моя. Ведь горит, дурак, дурак, полный свят пома. Уже 4 года, и мы еще с самого начала пытались представить публике, как мы это успели, это вам судить. Образ сказочного странника, который приезжал из далеких стран и рассказывал о добром и плохом в людях, о их мечте и злости. Так что мы сегодня в последний раз вам расскажем эту сказку. Итак, жил-был давным-давно один странник.
Трябва да видите си най-младия. Скоро съм на този състав. Харесвам както различата. Може би за разлика от Светлио. Това няма да ме е последния състав, който свирате и ще продължавам с това. Но според мен свирахме добре. Въобще ме прави голямо удоволствие да свирам с тези момчета. Кажи ти нещо странно.
тая група така много ми я дава всеки случай. Голямо удоволствие от свирането и въобще. Това си една част от нас. И си има нещо, което, което остава след едно приятелство. Поне. Да? Да, също нямам намерение да спра да свиря, въпреки че съм най-старичкият тук. Да, но любовите моменти, прекарани тук, са незабравими. Благодаря на всички. А сега са... Не, боже, американизмите. Сега искам да кажа края на приказката. И така, странника разбрал, че вече може да поема отново на път. Той дал колкото могъл да даде на приятелите си, научил ги на каквото могъл, дори се опитал да им подари мечтите си, някои от тях ги приели. И ето той разбрал, че вече има право да тръгне отново по пътя към истината. С надежда, че приятелите няма да го забравят, поне тази частичка, която остава.